Пытаешься его сбить? Не, под, да, под ним это удержаться. Да по-моему тебя от потока с винтов сдувает вниз. Не, там сдувает вообще от ветра. Что-то рядом жужжит, я как бы привык вот к этим мясорубкам. Это я вздрагивал всегда, да, ну потому что я не привык к тому, что какая-то легкая штука может быть. От этих легких штук тоже немало может показаться. Ну вот, были слоны эти, короче. Я пробовал снимать 3D панорамы, и как бы шасси не было. Мы были с другом, и он должен был ловить, короче, коптер руками. Ну как ловить, то есть я спускал. Подходит, вот и все, короче. И он 3-4 раза его посадил на руку, без проблем, потом мы поехали, были в Санете когда-нибудь? Нет. Короче, там вот вместе, это административный центр, а от него, короче, там в 3 часах езды, есть такое место, как Ужгули. Да. Вот. Мы поехали в Ужгули снимать, короче, там летит, там то и все. И я поднял коптер в воздух, когда начал опускать, подъехала колонна с туристами, короче. Вот, нет, туристы еще даже с машины не успели выйти, и рахли на них, там немецкие девочки из окна, ой, смотри, там типа, что-то там по-немецки балакают, и он на них засмотрелся, короче, и мизинец просунул между лучей, короче, промахнулся. И ему, короче, на 20% мяса, короче, висел палец. Почти догнал, Мираж! Thank you.
Да, там сильно дует. Это гекса сколько весит? Граб. Ага. Ну так, в такой ветер как раз устойчиво будет. Саш, а что ты решил, патчи делать или эти спирали? А? Тебе не сыпят, которые перед лицом? Не, я уже привык. Для такой погодки самолетик сделать пошустрее.